Следственным управлением МВД по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Майкопа, являющегося учредителем общества с ограниченной ответственностью. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 196 УК России «Преднамеренное банкротство». В июне 2021 года подозреваемый, заведомо зная о наличии у организации существенной задолженности перед кредиторами, осознавая преступный характер своих действий, дал указание директору общества оформить договор купли-продажи всего недвижимого имущества предприятия на сумму 900 тысяч рублей, якобы которые были заключены еще в апреле 2021 года. При этом учредитель не посвятил директора в суть своих преступных намерений, равно как и скрыл от него факты безнадежности данных сделок и аффилированный статус покупателя. В общественном совете МВД новый состав. Так, в эти дни в Майкопе на базе научной библиотеки Адыгейского госуниверситета состоялось организационное заседание обновленного состава общественного совета при ведомстве. В мероприятии принял участие министр внутренних дел, генерал-майор полиции Олег Бесмельницын. Во вступительном слове глава МВД еще раз поблагодарил всех собравшихся за проявленную гражданскую инициативу, а также обозначил приоритетные и актуальные задачи, в выполнении которых с 2023 по 2026 годы может принять участие общественный совет при министерстве. Наиболее остро, по словам министра, в республике сегодня обстоит дело с телефонным мошенничеством, помощь которую в силах оказать общественный совет. Это профилактика населения любыми доступными способами. Хочу остановиться на проблемных вопросах. Без вашей помощи проблемы эти мы не решим. Второй актуальный вопрос, рассмотренный на встрече, касался обеспечения безопасности дорожного движения, а именно поддержания контакта с главами муниципалитетов и сельских поселений, чтобы с их помощью организовывать профилактические беседы с задержанными ранее нетрезвыми водителями. Другие темы, не оставшиеся без внимания, профилактика в сфере незаконного оборота наркотиков, противодействие экстремизму и терроризму, а также работа со студентами по недопущению правонарушений. В продолжении заседания до собравшихся была доведена информация о новом составе общественного совета, а также проведены выборы руководящего состава. Председателем совета избран Рашид Хунагов. На заседании совета присутствовали также почетные гости, люди, ранее входившие в совет и представляющие различные организации и профессии. В числе таковых оказались заместитель главы администрации города Майкопа Андрей Михайлов, начальник отдела военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения ДОСАФ Ирина Манченко, а также настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора Александр Старченко. Все эти активисты ранее также входили в состав общественного совета при МВД по Адыгее и на сегодняшний день по-прежнему продолжают оказывать всевозможную помощь и поддержку. В заключительной части мероприятия Олег Бесмельницын отдельно поощрил гостей за многолетнюю эффективную работу, профессионализм и активную гражданскую позицию в решении различных задач в сфере работы органов внутренних дел республики.